Когда вы хотите изменить какие-то установки в своей жизни, вам нужен человек авторитетный. Если человек, которого вы учитесь, не представляет для вас авторитет, вы не будете принимать то, что он говорит. И это на интуитивном уровне чувствуется. Может вам человек дать что-то или не может? Это чувствуется по уровню энергии, это чувствуется по уровню его самооценки, по глубине темы, которую он знает, вопросов, которыми он владеет. То есть важно, если вы хотите что-то донести до ваших знакомых, друзей, родственников, вам важно быть авторитетом в его глазах. Вы никогда не станете авторитетом, вы просто будете, если будете просто говорить какие-то истины, которые вы где-то услышали. Вам нужно стать этой личностью. Вам нужно, чтобы вот то, что вы получили от кого-то, вросло в вас. А для этого нужно пропитываться информацией от того человека, образ которого вы хотите скопировать. Авторитеты. Авторитеты для вас и авторитет вы. Давайте разграничим. Авторитеты для вас. Человек, которого вы будете слушать, должен всегда находиться на более высоком энергетическом уровне, чем вы. Он может не так, может быть, мысли как-то излагать, он может быть не столь образован, он может быть не столь грамотен. Но если вы чувствуете, что от него идет энергия, которая вам не достает, это для вас авторитет. Потому что я когда-то об этом рассказывала, 7% только смыслов мы улавливаем. 7%. Вот то, что я вам говорю, вы только 7% улавливаете. Это научное исследование. Все остальное — это энергия, которая исходит от этого человека. Люди друг к другу тянутся за энергией. Люди идут за воодушевлением. Поэтому важно искать того человека, которого вы чувствуете, что он может вам дать вот этот энергетический заряд. Соответственно, и вы, если вы хотите иметь влияние на кого-то другого в этой жизни, а по уровню влияния вы будете оценивать, вот ваш доход будет оцениваться по уровню влияния на других людей. Чем больше вы будете влиять на других людей, тем больше будет ваш доход.